Приветствую, дорогие друзья. С вами Ангрей, и сегодня мы с вами попробуем бесплатную игру в Стиме Nothing Together. Чисто ради ознакомления. Разработчики решили сделать. Вы проиграли, вы ничего не делали в течение 2 секунд. Ачивмент, кстати, получен. Что дальше? Мы начать ничего не делать. Суть игры ничего не делать? Вот почему она бесплатная. Странно, что это симулятором не названо. Симулятор ничего не делания. Это, блин. Знаете, игра гениальная в рамках какого-нибудь соревнования. Типа, кто дольше просидит, ничего не делая. Еще запретить, знаете, там, пользоваться телефоном каким-нибудь. Чтобы человек действительно вот сидел, пырился в экран, на вот этот серую, как это, серо-темный, наверное, экран. Ничего не делал. Все. Не зря тут есть совместная игра. Типа, один из игроков, если не выдержит, что-то сделает, игра начнется заново. Гениально, друзья. Я подвинул мышку. Аня. Я ж подумал, это ачивмент. Я же думал, все. Я просто подвинул. Ну, у меня не коврик, конечно, я использую старый DVD-диск, между прочим, на котором фильмы «Знакомьтесь с Фредом», «Вавилон», «Месть», «Шпионские страсти», «Апокалипсис». Это фильм про типа майя. И, кстати, «Эрагон». Помню первый фэнтези-фильм, который меня разочаровал. Также тут фонтан. Дежавю. Он, кстати, дежавю. Дежавю, кстати, любопытный фильм. Я советую посмотреть, если хотите. Бобби. Ну, уже не помню, про что это. Блин, этому диску, конечно, дофига лет. Нормальный такой летсплей.
Так. Ну что же. Я сходил. А, туалет сходил. Попить сделал себе. Померил температуру. Ну, не знал, что прошло у нас были так много времени. Но вот так вот, такая вот игра. Что сказать? Думаю, молодым особенно понравится там, подеградировать в нее в Дискорде в особенности. Что-то есть совместный режим. Игра бесплатная. Поэтому в целом здесь реально нечего. Это игре, это не игра, разумеется, а чистый прикол. Все. Видите. Таблицу лидеров добавили. Ну, умно-умно. Escape Battle Royale. Чего? Я, кстати, вот этот момент не смотрел. Поиск игроков. А, все, вчетвером можно играть, это говно. Ой, в смысле, извиняюсь. Вот ты. И смотрите. На. Еще один есть. В смысле, не... О, нет. Ладно, друзья. Желаю всего хорошего. Любить себя, любить своих близких. Также любить хоть чуть-чуть окружающих. Кажется, каждое видео, да и мини-задание, которое может выполнить каждый. Да, тогда проснетесь. Просто сами себе пообещайте, что у вас будет хороший день. Всем на этом спасибо и до новых встреч. Пока-пока.